Ильяс Квест. Передача на синюю линию. Грабица пойдет в обыск. Здорово. И дальше. Ох ты, красота какая! Шикарен! Коробицев, простите, пожалуйста, за тот ад, который только что побывал в ваших ушах. Но это что-то с чем-то. Коробицев, вау! Четвертый шаг. А здесь коньком. И здорово удалось Сабунину. Сабунин помог Сапи, а теперь забросил сам. Три безответных залетело в ворот капитана во втором периоде. Хорошая передача, просто филигранная прошла. И здесь, ну, вряд ли можно было что-то предъявить вратарю капитану. 15 секунд нам еще смотреть хоккей во втором периоде. Ну и третий, судя по всему, мы начнем в формате 4-4. 3-3 у нас становится счет. Сольный проход от Владимира Коробинцева. Еще одна красивая шайба в сегодняшнем матче. 6 заброшенных шайб уже сегодня мы с вами увидели. А я вас предупреждал, что эти команды в нерезультативный хоккей не играют. Легко его отыграли. А тут Ларионов на ровном месте перехватывает. Ваня скидывает назад. Ермаков. Ой-ой-ой, вот это да! Яромир Ермаков, дорогие друзья, однозначно главный герой этого матча и автор точно пока, во всяком случае, самого красивого гола. Ну и как он тут всех обыграл? 5-0. Добить не смог 22-й номер динамовцев Матвей Максимов, но шайбу подобрал и приехал с ней к синей линии. Максимов обводит троих, практически выкатывает к воротам и забивает! Фантастика просто, Матвей Максимов! Маленький хоккейный шедевр в день рождения отечественного хоккея. 2-0. Индивидуальное мастерство, которое я тоже могу подогнать под то, что я хотел сказать. Но вот серьезно, Максимов, смотри, просто взял шайбу, обыграл троих, ушел к воротам, забил. Играет в формате, но уже 5 на 4, также в формате при том, что у них на одного хоккеиста больше. Но вышел Калинин со скамейки штрафников и забросил шикарную шайбу. Просто блестяще Калинин это сделал. Но этот гол достоин войти в лучшие хит-парады по итогам недели, а может быть и игрового месяца. Спустился Никонов очень глубоко. Никонов. И лезет. Ух ты, какой шедевр Никонова! Стартовал из-за своей лицевой. Вот это соло! Вот она, школа КХЛ. Андрей Никонов. Ну, здесь девушка с шарфом «Динамо» аж за голову схватилась. Какой шедевр положил Андрей Никонов. Бросок не получился. На Фонтова приходится. Ух ты! Гол! Лакросс гол забрасывает. Егор Климович и выводит сибирский снайпер вперед. Но этот гол войдет, конечно, в топ точно в историю. Молодец, Егор. Очень, блин, красиво. Очень восхитительно забрасывает Климович. Вот, казалось бы, только вот так Климович мог Громовика в этом периоде переиграть. И переиграл таки. Блестящий гол. Звягин. Очень здорово. Он играет Звягин. Видим, что коньком себе помогает. 77 номер. Звягин! Вот это шайба! Что творит Звягин? 1-2. Это очень нужный гол. И какой гол красивый. Ну, маэстро здесь, конечно, шикарно сыграно. Причем с неудобной, заметь, да? Неудобная. И так поднял шайбу под самую перекладину. Здесь никаких вариантов для Булаева не было. Звягин 1-2. Так что надо игрокам русских витязей тоже оттуда выходить. Вышли, поборолись, и вот, пожалуйста, Мирзабалаев, бросок и гол. И шайба в воротах, и вот счет вам, пожалуйста, становится 2-1, и это уже интересно. Как здорово в этой ситуации сыграл Мирзабалаев. Посмотрите, сам протащил шайбу. Вот здесь, казалось бы, уже все, а вот нет, смотрите, ну просто здорово, а? Ну, молодец, умница, Александр Мирзабалаев.